Собирать штепсельную вилку научились сегодня студенты ТОГУ. Это не урок профмастерства, а деловая игра, которую провели в Тихоокеанском государственном университете специалисты фабрики процессов. Зачем менеджерам разбираться в контактах и что дает такая работа в команде будущим руководителям, расскажет Наталья Чернышова. Учебный день студентов ТОГУ начался, как обычно, за партами. Но сегодня будущие менеджеры изучают не экономические процессы и психологию. Им предстоит собрать штепсельную вилку, и не одну. Это не дополнительная специализация, а деловая игра от фабрики процессов, которая научит студентов основам бережливого производства. Задача первого раунда – прожить текущее состояние производственного процесса на предприятии. Второй раунд – это внедрить улучшения и посмотреть, как повлияли на изменения производственной системы внедренные улучшения. И задача третьего раунда – уже стабилизировать результаты, выйти на те показатели, которые ставятся перед группой. Обычно из 10 первых собранных вилок половина отправляется в брак. Потом участники осознают, на каких этапах совершают ошибки, и исправляют их. Любой бизнес-процесс не идеален, говорят специалисты краевого Минэкономразвития. Поэтому нужно научиться видеть потери и понимать, как сделать больше, лучше и быстрее, без существенных затрат. Для студента, прежде всего, важно рационально использовать свое время. Но мы на самом деле всех студентов первого курса обучаем тайм-менеджменту, потому что, мне кажется, это для любого будущего профессионала очень важно. Поэтому я думаю, что, конечно, вот самая главная проблема – рационально организовать свое производственное время. Для нас это, конечно, новинка, но настоящий менеджер должен понять все с низов, понять всю вот эту подноготную, да, рабочего класса. Он будет контролировать процессы производства, будет смотреть на своих рабочих, будет понимать, как он будет устраивать их рабочее место. Фабрика процессов – это первая на Дальнем Востоке площадка, где сотрудников любых предприятий учат видеть узкие места на производстве. Она помогает, как говорят в министерстве, встряхнуть мозги и поменять отношение работников к своему труду. Но если мы придем к студентам, мы же сможем эти мозги встряхнуть намного более раньше, на несколько лет раньше, чтобы сейчас уже со студенческой скамьи наши будущие коллеги задумались о своей роли в изменении, в оптимизации, в улучшении тех производственных процессов, которые им предстоит выполнять. Учебная площадка фабрики процессов создана в рамках нацпроекта «Повышение производительности труда». Сейчас в него вошли 17 предприятий Хабаровского края. Наталья Чернышова и Степан Крокус. Смотри Хабаровск.